Успеть за 60 дней. В начале лета рабочие начнут менять разрушенную трубу ливневой канализации на улице Солнечной. Из-за того, что инженерные коммуникации пришли в негодность, на участке дороги от Шверника до 22-го партсъезда часто скапливалась вода. Новая пластиковая труба имеет хорошую пропускную способность и прослужит более 50 лет. У людей есть полное понимание. Мы к 1 августа должны завершить эту работу для того, чтобы восстановить все. И к новому учебному году в этом вопросе неудобств для этого большого микрорайона не было. 2 месяца будем работать, и можно сказать, в графике 24 часа в сутки, то есть без выходных, без проходных. Но, возможно, короткие сроки, постараемся закончить раньше. Вице-мэр поручил до начала работ по перекладке коммуникаций привести в порядок сквозной проезд по Новосадовой, чтобы у автомобилистов была возможность попасть в микрорайон объездным путем. Планируется, что будет закрыта одна сторона Солнечной с 1 июня по 1 августа. За эти 60 дней работы по установке ливневой канализации и по ремонту, восстановлению асфальтового покрытия должны быть завершены. Во время проведения ремонтных работ в городе скорректируют движение общественного транспорта. Автобусы 61-го, 226-го и 89-го маршрутов будут курсировать по новой схеме в объезд ремонтируемого участка. В сторону исторической части города общественный транспорт следует без изменений, а в сторону поляны Фрунзе общественный транспорт будет следовать спускаться на Солнечную по улице Шверника и дальше с правым поворотом уходить по Солнечной. После того, как подрядчик заменит старую трубу, на улице Солнечной восстановят проезжую часть, бордюры и благоустроят газоны. Анатолий Головко, Максим Гусев. События.